Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу легенды 2.5 на 3 под стекло на бетоне. С одной торца будет дверь, с другой торец глухой. Пока приехали, разложились и приступаем к сборке. Каркас теплицы построили, зафиксировали к основанию, покрыли стены стеклом. Сейчас подготовим и будем крыть крышу. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, сегодня строили теплицу легенда 2.5 на 3, 2.5 ширина. Так, торец полностью стеклянная, торец стекло. Дверь алюминиевая с стеклом. Каркас сделан с профильной трубой 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Имеется форточный блок один на термоприводах. На зиму их отцепили. Есть система подвязки. 4 нитки хитро расположены. Есть диагональные усилители. Все стоит на бетонном основании. Закреплено с помощью анкеров. Стекло 4 мм. Крепится с помощью профиля. Система база-крышка. Вот такая отличная легенда у нас получилась. У меня на этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх. Всем пока.